Всем привет, меня зовут Рома. И это второй урок, как сделать игру с камерой на Scratch. Сегодня мы будем программировать хорошие предметы. И в конце этого ролика мы проверим, как работает наш счетчик и наши хорошие предметы. Давайте уже приступим программировать. Идем в нашего котика. И берем... блок, когда зеленый флажок нажат, потом идем внешний вид и спрятаться. Этот блок будет нам позволять, чтобы наши предметы не появлялись вначале. Затем идем в управление и выбираем блок, когда я начинаю как клон. Затем идем перейти на случайное положение. Затем идем внешний вид. И берем блок показаться. Затем идем в управление и берем блок ждать одну секунду. Но мы это сделаем 2 секунды. И берем блок удалить клон. Эта команда будет нам позволять, чтобы наш хороший предмет будет появляться в случайном положении и потом автоматически удаляться. Она будет просто стоять на ровном месте 2 секунды и потом автоматически удалиться. Затем берем блок повторять всегда. Затем внешний вид сказать привет. Затем идем в управление и берем блок, когда я начинаю как клон. Затем берем блок ждать до и идем в операторы. Идем и берем блок больше, чем 50, но мы будем использовать 20. Затем идем в блоке видеораспознавания и вытаскиваем отсюда блок видеодвижения на спрайт больше, чем 20. То идем в переменные. И изменить тут место моей переменной счет на 1. Затем идем в звуки и играть звук мяу до конца. И затем идем в управление удалить клон. Все, отлично. Вот эта команда будет нам позволять считать, давать баллы, если мы ловим хороший предмет. Когда ты махаешь рукой, оно будет играть звук мяу, и потом удалится клон автоматически, когда ты махнул рукой на этот клон. И у нас этих предметов 2, значит, просто перетаскиваем это на баскетбольный мячик. Это наш 2-й хороший предмет. У вас должно
немного потрясываться, когда вы берете и копируете блоки в другой предмет, то есть в другой спрайт. Оно мне просто становится зеленым. Все, у нас все эти блоки тут. Итак, тут надо изменить две вещи. Тут вместо одного очка изменчет на 2. Этот предмет будет 2 очка нам давать, а вместо играть звук мяу, идем в звуки и играть баскетбол баунс до конца и затем удалить клон. Ну все, давайте же это проверим. Включаю, ставлю этот блок сюда и нажимаем на зеленый флажок. Вот, отлично. Все, мы сделали наши хорошие предметы. В следующем видео мы сделаем плохие предметы, которые будут уменьшать наш счет. И всем пока!